Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что воинские учения, проводимые Российской Федерацией в районе Курильских островов, являются неприемлемыми. Накануне на островах Курильской гряды начались учения межвидовой группировки войск Восточного военного округа, в ходе которых будут отработаны элементы обороны морского побережья с высадкой десанта ВДВ. Напомним, Южные Курилы, объединяющие острова Кунашир и Туруп, Шикотан и архипелаг Хабомаи, являются предметом территориального спора между Японией и Россией. Токио на основании договора 1855 года считает эти острова своими северными территориями.